США отмечают значительный прогресс Казахстана в проведении демократических реформ и развитии экономики, а также высказывают заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Это лейтмотив диалога гостей из-за океана с председателем Сената парламента нашей страны. На встрече с конгрессменами Дейном Рорабакером и Грегори Миксом Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придает большое значение развитию стратегического партнерства с США. Участники разговора обсудили также международную проблематику, выразив обеспокоенность продолжающейся эскалации конфликта в Украине.